Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 21 июля, вторник, и Церковь в этот день празднует события явления иконы Божией Матери в ограде Казань. И в этот день читается особый отрывок из апостольского чтения, из Евангелия, посвященный конкретно Богородичному празднику. И это послание апостола Павла к филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем изучать книгу «Апостол». Это та книга, которая читается за богослужением и включает в себя корпус апостольских чтений, посланий святого апостола Павла, соборных посланий апостола Иакова, апостола Иуды, апостола Петра и апостола Иоанна. И сегодня, в такой торжественный день, такой значимый день для Русской Православной Церкви, когда мы вспоминаем чудесное явление иконы Божией Матери в ограде Казань, так называемая Казанская икона Божией Матери, мы читаем отрывок, который читается всякий раз, когда мы совершаем богослужение, которое посвящено нашему молитвенному предстоянию пред Божией Матерью. Этот отрывок, зачастую, это послание апостола Павла к филиппийцам. Это 2 глава, стихи с 5 по 11, тот отрывок, который мы сейчас с вами прочитали. Он звучит довольно часто, потому что в православной церкви, да и вообще в христианстве, почитание Богородицы очень широко распространено, и она часто являла нам свое покровительство через то или иное историческое событие, в том числе через явление своей иконы в том или ином месте. И вот сегодня мы празднуем вот это событие, одно из таких явлений, которое произошло в ограде Казань. Итак, что перед нами сегодня? Какой текст перед нами? Послание к филиппийцам. Это гимн, перед нами гимн. Мы уже много раз с вами об этом говорили, но правильнее будет повторить все то, что мы уже с вами слышали, толкуя данный отрывок. Перед нами гимн, который апостол Павел включает в свое повествование. Действительно, у апостола Павла, да и вообще в Священном Писании, очень много гимнического материала, очень много гимнов. Это довольно-таки широко распространенные в те времена, как в библейской культуре, так и в античной культуре, литературный жанр, который мог быть как бы искусственно созданным одним автором, а мог быть рожден некой общиной, как в данном случае, и включен в повествование. Мы знаем, что есть много гимнов в античной литературе и много гимнов и в Священном Писании. Например, различные песни, та же песнь Моисея, песнь пророчицы Анны, которая легла в основу евангельского отрывка из Евангелия от Луки, песнь Пресвятой Богородицы. Там очень много перекликающихся мотивов. Также у апостола Павла есть очень много текстов, где апостол, грамотно зная стихосложения и, пользуясь своим культурным багажом, формирует точно такие же гимны на христианские темы, богословские гимны. Также есть гимны и в книге «Апокалипсис», их довольно-таки много там, и они выражают одну из форм поклонения Иисусу Христу как Богу. И в сегодняшнем отрывке мы тоже видим, что этот гимн прославляет явление Христа, указывает нам на его пример, а также говорит нам о том, что мы должны поклоняться Иисусу как Богу. И мы должны сказать, что
так как это гимн, и это гимн, придуманный не апостолом Павлом, скорее всего, об этом тоже можно сказать пару слов, что филологический анализ, различные способы подхода к тексту позволяют нам сказать, что здесь не совсем язык апостола Павла. Скорее всего, это гимн, который он взял из общины. Таким образом, мы видим перед собой некий пример раннехристианского богословия, которое не принадлежит в строгом смысле апостолу Павлу, к примеру. Да? Поэтому мы говорим о той едином пространстве проповеди, единое пространство веры, которое существовало в христианских общинах, и аккумулировалась вот эта вера во Христа как Бога. Поэтому мы говорим не о том, что апостол Павел, потому что есть такие богословы, вернее, такие антихристианские исследователи, которые говорят о том, что вот апостол Павел придумал некое свое богословие. Нет, на самом деле такие же мысли были и вне, так сказать, проповеди апостола Павла. Поэтому апостол просто двигается в общем русле христианского мировоззрения и наиболее, возможно, ярко выражает его, но не является его строгим автором. Он скорее является таким великолепным проводником этого откровения для всех нас, как тогда христиан, так и сейчас. Так вот, о чем идет речь в данном отрывке, в данном гимне? О том, что, во-первых, это некий пример, пятый стих, говорит нам о том, что в нас должны быть такие же чувствования, как в Иисусе Христе. И далее, начиная с 6 стиха по 11, говорится об этих чувствованиях. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». То есть здесь показывается все смирение Господа, то есть он добровольно отказался от всемогущества и от всех атрибутов божества и стал подобным человеком, смирил себя, став кротким и послушным Богу Отцу, смирил себя даже до крестной смерти. До крестной смерти. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Итак, мы видим, что первоначально идет смирение и покорение воли Божией, а потом идет ответ Бога на это смирение. Это краткий путь каждого христианина. В принципе, в Евангелиях мы читаем то же самое. Когда Господь выходит на проповедь, и когда Он, например, принимает крещение от Иоанна Крестителя, Он говорит о том, что нам надлежит исполнить так всякую правду. То есть Господь приходит и крестится у Иоанна, хотя должно быть все наоборот. Но Христос говорит о том, что нам надлежит исполнить так всякую правду, показывая тем самым, что эта правда – это кротость и смирение прежде всего. Дальше эта мысль будет часто звучать у Господа в Его проповедях, в Его слове, в Его учении, когда Он будет говорить о том, что особенно Своим ученикам прежде всего, и это к церкви относится первостепенно, в первую очередь, к нам, церковным людям. Он говорит своим ученикам, апостолам, кто хочет среди вас быть первым, да будет вам слуга. Итак, пускай первые будут последними, и последние станут первыми. Поэтому так и Христос по нашему внешнему, так сказать, светскому, секулярному восприятию, Христос, наоборот, себя загнал в какие-то узкие рамки, лишил себя свободы воли и так далее, всех своих способностей, но на самом деле Он исполнил явил нам в своем примере суть Царства Небесного и как оно достигается на этой земле. Через свои поступки, через свое боговоплощение и свою жизнь он показал нам пример истинного христианского делания, как мы должны поставить свои отношения с Богом. Поэтому будем следовать Господу Иисусу Христу и проникать в глубины христианского исповедания, христианской веры через чтение Священного Писания. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господь.